В Волгоград прибыли более 40 учителей и сотрудников учреждений культуры из подшефного Станично-Луганского района Луганской Народной Республики. В рамках форума «Мосты дружбы» делегацию познакомят с работой школ, университетов, библиотек, кинозалов и сельских домов культуры. Этот форум посвящен тому, чтобы получше коллеги могли узнать наш город, нашу область, познакомиться с представителями сообщества профессионального, посмотреть наши организации и, конечно же, наладить тесные взаимоотношения, потому что мосты дружбы зарождаются и никогда не рушатся. По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, педагогов из ЛНР ждут поездки в образовательные учреждения города и области. Так, делегация уже посетила новую школу на 800 мест в Кировском районе. Волгоградские коллеги поделились своим опытом использования инновационного оборудования в образовательном процессе. Также учителей ждет встреча с руководством и представителями Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Непосредственно я, как руководитель педагогического университета, сегодня еще и встретилась с руководством Волгоградского социально-педагогического университета, и у нас еще предстоит впереди очень много работы, потому что дружба наших двух высших учебных учреждений, она очень давняя, и сегодня она становится все крепче, и не только в образовательном, научном и воспитательном пространстве. Эта дружба еще укрепляется просто хорошими человеческими отношениями. Работники учреждений культуры из ЛНР, в свою очередь, узнают о работе модельных библиотек и сельских домов культуры, о деятельности местных творческих коллективов и современных кинозалов, открытых в районных центрах. Также делегация посетит библиотеку имени Горького. Там для них уже подготовили книги. У нас будет трехдневная программа, которую мы посетим, культурную и образовательную совместно. Посетим много ваших достопримечательностей, познакомимся с местным управлением. Послушаем, поучимся, получим, я надеюсь, много методической помощи, как нам работать. И в таком духе будем эти 3 дня плодотворно работать. Не оставили делегацию без культурной программы. Гостей ждет экскурсия по знаковым достопримечательностям города. Они уже посетили Мамаев курган, на очереди интерактивный парк «Россия. Моя история», озеро Лотосов, храм Александра Невского, мемориальный комплекс БК-31 и музей «Панорама. Сталинградская битва». Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех жителей Волгоградской области за ту помощь, которую оказывают все эти 8 лет оказывали в Луганской Народной Республике. И сегодня это не перестают делать. У нас дорога одна, дорога в Российскую Федерацию, вот, и все делается для того, чтобы это состоялось. Напомним, в июне 2022 года губернатор Андрей Бочаров и глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко подписали документ, согласно которому Волгоградская область берет шефство над этим районом Луганской Народной Республики. Сейчас там действует представительство Волгоградской области. Анжела Умбетова, Мария Мандрыкина, телеканал «Волгоград-1».